Всем привет, друзья! У нас второй день льет дождь. Знаете, столько было планов на отпуск. Ну, пойду в отпуск, там огород перефрезерую. Там малину пересажу. Еще там куча всяких моментов, которые сделаю. Угу. Сделал. Мы с Надюшей подгадывали отпуск, потому что надо как бы Лису в школу отводить, забирать. Поэтому вот она взяла отпуск. У нее большой отпуск был. Теперь я в отпуске. Ну, мы не думали, что к нам приедет бабушка. Как бы, ну, надежда была, ну, небольшая. Поэтому мы так отпуска подгадали, что друг за другом мы взяли отпуск. Вот, у меня уже середина отпуска. Но вот кроме того, что отвожу Алису в школу, Таю в садик. Ну, по такой погоде Надюшу на работу отвожу. Вчера отвез Надю на работу, вот, повез Алису в школу, и возле школы у меня пропали поворотники, перестали работать повороты. Вот. Позвонил электрику знакомому. В общем, долго он там ковырялся, все целое. Предохранители целые, реле работает, вроде бы как, в общем, лампочки на месте, аварийка работает, она на этом же предохранителе, на этом же реле. В общем, надо разбираться вот этой вертушке, где переключатели повороты, надо там это все разбирать. Ну, в общем, скажем так, что обошли эту систему, он смог обойти эту систему, там один провод напрямую запитал реле, и теперь как бы повороты работают, ну, не так, как положено, ну, все работает как бы как положено, но работает совсем по другой схеме. Такие вот дела. Ну, распогодится, и чтоб машина была не нужна, надо будет разобраться, в чем причина, в общем, сделать, чтобы это все было как предусмотрено заводом-изготовителем. Вот. А я бегаю вот от этого синтезатора, бегаю. Здесь вот один ноутбук, здесь другой ноутбук, тоже с клавишами, видите, да, тут. Здесь у меня. В общем, покажу только название, ладно? Комары. Вот захотелось мне детскую песенку шуточную написать. Текст написал уже очень давно. Мелодию в голове тоже как бы уже есть эта мелодия. Соло, так сказать, да. Вот, пытаюсь подключить некоторых знакомых. Ну, неудачно, скажем так, как когда у меня есть время, а у них нет времени. Ну, плюс еще с моим слухом, как бы, ну, тяжеловато. Я не профессиональный музыкант. Хотя предлагали мне, конечно, идти дальше учиться, но почему-то я не захотел. Я сейчас рожаю эту песню, буквально так сказать, скажем. Ну, в общем, я смог перенести это уже самостоятельно на ноты, записать это, скажем так. То есть проиграть, записать. Я не знаю, много часов я этому отдал. Вроде бы оно все просто. Ну, был бы у меня музыкальный слух немножко получше. А так вот, для меня это, конечно, тяжело. Умственно, скажем так, да, устаю морально. Ну, скажем так, сейчас я это смог перенести на бумагу. Что дальше, надо сейчас посоветоваться, подумать. Надо, короче, аранжировку. Я скачал программу для аранжировки. Ну, знаете,
Оно вроде бы как все логично, все понятно. Ну, кто бы показал, как этой программой пользоваться, то есть, знаете, вопрос-ответ. То есть, вот если человек, который профессионал, вот с ним бы там сесть вдвоем за ноутбук, я бы вот спрашивал там, как вот это сделать, как это, потому что видеокурсы смотришь, ну, знаете, ну, во-первых, нудно, во-вторых, то, что оно совсем то, что мне не надо, как бы они там что-то вот, какой-то бит, еще что-то там как-то записать, это оно мне это, то есть мне совсем другое надо, совсем другие моменты, и вот как бы это сделать. Я понимаю, что там вроде бы как ничего сложного нету, но пока еще до меня это не доходит. Скорее всего, наверное, кого-то попрошу. Вот. Несколько уже обращался к нескольким людям насчет аранжировки. Вот. Но они там тоже говорят, да, ты знаешь, это как бы непросто. То есть одно дело там мелодию подобрать, а другое дело как бы самому аранжировку сделать. Вот. Ну, будем думать. Либо я закажу кому-то аранжировку. Сейчас уже ноты на бумаге. Сейчас я текст перенесу тоже, распечатаю текст. У меня в электронном виде тоже есть. Сейчас я попробую подписать это все дело. В общем, вот такие дела. Не знаю. Не знаю, что снимать. Вчера супчик сварил. Зарезали уточек. Сегодня жарим утку в духовке. Ну, я зарезал. Надюша с бабулей их вчера ощипали, разделали. Вот, я закинул это дело в духовку сегодня. Но тоже Надюша все приготовила. Так что жарится утка. Надо еще, наверное, тыквенную кашу сварить. Давно уже, наверное, недели полторы не ел тыкву. Это мое упущение. Несколько дней, друзья, у нас дождик идет. У нас все везде намокло. И тут такое приключилось. В общем, что смотришь? Ну, я знаю, что это не ты. Зачем поломал? Хотя, все, вы в одной банде, да? В общем, то, что козы не сделали за сколько? 5 лет у нас были козы. Вы за несколько месяцев, да? Одно сделаю, другое сломаете. Там он еще снизу тоже выбили, оторвали нижнюю доску. А ни стыда, ни совести. Наверное, пора тебе на стол. В общем, друзья, разворотили мне баз. Доски даже пополам перебиты, доски перебиты. Я думал, здесь то, что я, как это сказать, одну из двух сбивал, не доски. Вот они перебиты пополам. Ай. Ну что? Теперь вы без перегородки. Ой. Получается, надо, наверное, болтом железный баз сделать. Короче, если так все время за ними ремонтировать. Ну, козы у меня жили без козла.
Может быть, козел бы тоже что-то ломал. Ну, овцы наломали. Конкретно наломали. Че, тебе дождь не страшен, да? У тебя там дождь не страшен, да? Друзья, я залез на чердак, на дом. Вот. Я увидел пятно на потолку. Подумал, что... Думаю, наверное, вода. Вот залез, точно вода. Вот здесь вот накапало, видно плохо. На чердаке темно. Это еще дымоход с печки. Тоже вот по дымоходу там немножко стекало, прохудилась немного крыша. Я вот не знаю, ну как бы не было вот этих щелей. Не было. Такое чувство, что шифер немножко куда-то сдвинулся, что ли. Но у нас ветер был сильный. Вот. И вот здесь вот, вот, вот здесь накапало. Ага, большая щель. Короче, прошел я конек пеной. Там где-то Ализа. Сдвинула, наверное, ветром сдвинула шифер. Он тут был на цементе, но кое-что оторвалось. А тут вверху этот конек был такой, из цемента сделанный. Здесь у меня как бы, я делал уже относительно новая крыша. Ну, ей лет 7, наверное. А здесь я не переделывал вот эту часть. Придется переделывать. Там он сковороду на пену приклеил на дымоход. Друзья, я дико извиняюсь, что не снимаю ролик. Если честно, ленюсь. Ленюсь по полной программе. И делать что-то тоже ленюсь. Вот, ну, потихоньку там что-то делаю, но ничего существенного. Погода такая, как говорится, что хороший хозяин собаку из дома не выгонит. У нас поднялся еще ветер, продолжает дождики моросить, прохладно. Вот. А баран у нас... Сегодня я договорился, должен приехать человечек, помочь мне решить проблему. Короче, вот он у нас пошел опять ломает. Здесь разломал. Тут вот не хватает доски. Там разломал, да. И вот она. Здесь дверь, которая была между перегородками, она висела отдельно. Сегодня эта дверь лежит, да? Не стыдно тебе? Я не ожидал, конечно. Почему-то, друзья, я думал, что овцы неспокойные. Ну, у нас овец никогда не было. И так вот ложишь им поесть, отходишь, такой вот бах бах, короче, орудует, доски там, щепки летят от досок, еще там пару досок такие уже шатаются, он не знаю, что ему надо. Вот, надо ему, наверное, ну короче, уже определились, что ему надо. Я вот не знаю, конечно, я хотел их разводить, но что-то не знаю. Не знаю, в общем, овечки погуляли, нет. Будет триплот. Ну, такого барана что-то мне не хочется. Я, если честно, иногда вот захожу. Вот, он так вроде бы в сторону отходит всегда. Ну, такой, думаю, сейчас вот отвернусь, он сзади как даст рогами. Как бы становится страшновато. Поэтому, короче, надо его скушать, пока не поздно. Вот, и все, наверное, на этом. Вообще, если честно, друзья, у меня еще... С детства остались такие воспоминания, как вот у соседей были бараны, они очень сильно бились, очень сильно дрались, так, ну, гонялись, короче. И, ну, детвора их специально дразнили даже. Вот. Мои друзья там, я помню, что специально дразнят, что потом, короче, убегают от этих баранов. Ну, оно как бы игры играми, а так, так подумаешь, я же баран в настоящего монстра превратился. Надо начинать бояться. Реально надо бояться.
Вот, друзья, кран ZRX. Вот, сейчас вам, в общем, около года эксплуатации. Вот, сегодня поменял кран-буксу. Примерно 150 рублей. Ну, короче, кран нахваливали, сказали, что лет 10 отработает. Вот, кран-букса 1 год. Я взял вторую, потому что вторая тоже начала что-то там капризничать. Ну, в общем, одна сегодня потекла конкретно. Вторую, наверное, тоже на днях поменяю. Все. Всем привет. Это ливер. Так, куда это поставить? Так, поставь на лавку. Так, друзья, я в гараже. Днем в гараж зайти практически времени нету. Идет дождь, я все время езжу, то есть надо, то, короче, надо отвезти на работу с детьми, короче, в школу, в садик, потом забрать из садика, надо с работы. Так вот, короче, день проходит, что, в общем, дождик моросит, машина все время нужна днем. Мне надо на стартер купить, как оно правильно называется, Бендекс. Привод сцепления стартера, по-моему, правильно называется. Ну, короче, в простонародье говорят Бендекс. Как правильно, я могу ошибаться. Вот, чтобы его купить, мне надо добраться до стартера. Стартер у кого-то Гольф 3, двигатель 1.6, инжектор. Вот, я смотрел видео, ни одно видео мне там, короче, не помогло, но на инжекторе вот такой двигатель, я тут обвешался лампочками, чтобы мне было видно, на улице уже смеркается. В общем, что? Ну, для начала я сниму клемму, чтобы нигде замыкание не устроить, чтобы не завести машину нечаянно. И дальше что? Вот одна гаечка на 14. Вот здесь вот гаечка на 17. Прямо вот подушка двигателя, и к ней тоже стартер почему-то тоже к ней прикручен. И, ну, или болтик, или гаечка, короче. Болтик, болтик. И там еще один снизу. Его не видно, но только на ощупь. Вот, он сразу же тут. В общем, буду откручивать обычными ключами накидными. Ну, для начала вот это вот откручу клемму. Вот здесь вот открутить. Ну, и вот это отсоединить. Вот. Главное не забыть, откуда этот провод. Все, так. Сейчас откинем провода. Короче, вот он стартер, друзья, я его достал. На вот таких длиннючих шпильках я запарился выкручивать, если честно. Самое обидное. Так, там еще один болтик. Вот он, еще один болтик. Короче, получается... Три болта, два длиннющих, но я не знаю, если бы вот это были бы шпильки вместо болтов, потому что тут еще, короче, двигатель держится на подушке через вот это все. Открутил стартер, упал двигатель. Сейчас я его буду донкратить, да, чтобы это все на место приспособить. Стартер пофотографировал, тут, короче, 9 зубьев, этот вал 12 диаметр, если что. Попробуем завтра найти. Вот это, короче, вот это запчасть, я так понял, что выделывается. Это мне электрик сказал, а там посмотрим. Господа немцы, инженера, в частности от Golf 3. Ну, хорошая машина, ничего не скажу. Когда она была новая, вообще была прекрасно, замечательно. Но вот я не знаю, это конструкторское бюро. Короче, ладно. Сейчас. Первый нюанс, который я, честно говоря, для меня это была новинка, я обалдел. Это когда, чтобы проверить уровень масла в коробке, надо снять колесо. И потом там открутить пробку и посмотреть. Вот это первое, что я обалдел, что вот, ну, я с этим не сталкивался, просто для меня это было диковинка. Надо снять колесо,
Второе, от рулевую рейку меняли, когда я там участвовал в замене рулевой рейки. Чтобы поменять рулевую рейку, надо подвесить двигатель, то есть открутить все это с подушек, все это там, оно все завязано на рейке. Зачем вот рулевую рейку привязали к мотору? Третье, сейчас стартер снял, двигатель реально опустился вниз. Вот, короче, я уже смог наживить, конечно, плохо, что ямы нету. Вот, короче, под коробку поставил домкрат, чтобы совместить там, чтобы попасть в болтики. Короче, я пока кручу, но реально, не знаю, почему так, почему или место сэкономить не хотели, или что. В общем, прикручиваю пока стартер. Просто я сейчас думаю, что ага, вот сейчас я куплю запчасть, которая мне нужна. Потом это надо будет снять, отвезти мастеру, ехать сразу туда. Ну, короче, я в шоке, если честно. Я вообще не автомастер. Ну, когда откручиваешь стартер, у тебя двигатель вниз падает, это, конечно, диковинка для меня, если честно. Вот. Кто будет на Golf 3 снимать стартер инжекторным, имейте в виду. Короче, отпуск подходит к концу. Время летит быстро. Но из того, что хотел сделать, не получается. На огороде грязь. Дожди еще обещают на будущее тоже дожди. В общем, друзья, интересная машина. Вот на десятке у меня как-то заклинил генератор. Я снял ремень и поехал дальше. То есть, ну, поехал без ремня. На москвиче, ну, на классике, вот на нашей, также на новых машинах там, ну, не знаю, у меня такая мысль была снять стартер, ну, с толкача завел, в общем, поехал там в магазин уже с образцом, вот, представляете, как оно, да, с образцом, то есть, если на Жигулях, там, на ВАЗ, на каком-нибудь, снял стартер, реально с толкача завел и поехал. Здесь, короче, снял стартер, двигатель упал. Ага. Хотел, короче, я думал, там что там три болта открутить. Я так пощупал, думаю, ну что там три болта открутить? Да я возле магазина там подъеду. Хорошо, что я возле магазина, друзья. Представляете, откручу. Ой, хохма была бы. Ой, короче. Прикольно, интересно все сделано. Вот. Если не знаешь, что это как, удивительно. И напоследок, друзья, как всегда, совсем небольшой отрывок из Библии. Прочитаем послание Титу. Третья глава, с 9 текста дочитаем до конца послания. О глупых пререканий, споров о родословиях, раздоров и распри по поводу закона избегай. Бесполезны они и бессмысленны. А того, кто вносит раскол после одного другого вразумления, сторонись. Ты же понимаешь, что он сбился с пути, греша в себе самом несет осуждение. Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, постарайся прийти ко мне в Никополь. Я там решил провести зиму. Снаряди в путь Зиноса, законника, и Аполлоса. Позаботься, чтобы ни в чем у них не было недостатка. Пусть и наши учатся делать добрые дела там, где есть в этом нужда, чтобы не остались они без плода. Все, кто со мной, шлют привет тебе. Ты же у себя передай приветы от нас всем, любящим нас, братьям по вере. Благодать со всеми вами. Мне понравилось выражение глупых пререканий, споров о родословиях. Знаете, там вот я встречал, когда люди начинают отношения выяснять и говорят, а ты этого знаешь, а ты того знаешь, да? Вот. У верующих тоже там о родословиях могут спорить, да? Ну, здесь особенно народ израильский, вот у них там
родословие и так далее. Здесь Библия учит тому, что в Аврааме все народы должны были благословиться. То есть не только евреи, не только израильтяне, они должны были, их задача была нести спасение всем. Они особнячком сделались, и вот такие вот как бы особенный народ решили, что они избраны. Хотя они были избраны для того, чтобы нести весть окружающим. А как Христос их обличал, что сами к этому не прикасаются. Да? Как пословица, сам не гам и другому не дам. Ладно, друзья, до встречи. Всем пока, спасибо, что вы с нами.